Гомель, Мозырь, Мир, Несвеж – вот лишь малая часть городов и населенных пунктов, которые обозначены в предстоящем маршруте. Вид транспорта – велосипед. Расстояние пути – 2200 километров. Главные герои – гомельчане Евгений Чернов и Кирилл Думов. Вдвоем они решили отправиться в большое велопутешествие вокруг Беларуси. А сам велопробег назвали «Будьма тут». Мы хотим посетить множество городов нашей страны, посетить агроусадьбы, памятники, замки, исторические памятники. Ну, то есть показать, насколько красива вообще природа и вообще Беларусь, наша страна. Да. Традиции ее и какие-то сооружения, то есть красивые показать. В реальность проект помогли воплотить общественное объединение «Центр молодежных инициатив» и одно из излюбленных мест отдыха у гомельчан – загородная корчма «Будьма». Расположенная в лесном массиве недалеко от Гомеля, корчма «Будьма» способна удовлетворить вкусы даже самого капризного посетителя. Национальная кухня, душевная атмосфера, белорусский колорит. К слову, организацией и проведением мероприятий такого формата, как веломарафоны, корчма «Будьма» занимается не первый год. В прошлом году был первый благотворительный велопробег «Будьма за здоровую Беларусь». В этом году проводили совместно при поддержке ГАИ УВД Гомельского облсполкома и облсполкома открытие велосезона. То, что сегодня ребята стартуют, это привлечение людей именно к отдыху в нашей стране, в нашей республике. Потому что у нас тоже есть что посмотреть, есть где остановиться. И привлечение, соответственно, в дальнейшем, наверное, иностранных туристов тоже. Инструктаж сотрудника госавтоинспекции, проверка технического состояния велосипедов. К путешествию все готово. Во время тура велосипедисты посетят знаковые места, исторические достопримечательности, агроусадьбы, оценят уют отельно-ресторанных комплексов. Кроме этого, в пути ребята намерены вести свой видеоблог, подробно рассказывать обо всех встречах и приключениях, а по завершении проекта сделать интернет-сериал. Завершить веломарафон его участники планируют в середине сентября. Трейлер фильма будет показан на финише велопробега 25 сентября на гостеприимной территории загородной корчмы «Будьма». Александр Лупиненко, Дмитрий Родянко, телерадиокомпания «Гомель», Гомельский район.